Обезьяны, живущие на заправке в Индии. Обычное дело. Такие смешные. О! Взгляд у него суровый. На орехи. Здравствуйте. Всем привет. Уже у нас 12 часов почти, и мы едем в аэропорт. Мы уставшие, убитые, и все еще больные. Если вы будете ехать в Индию, хорошо подумайте, стоит вам ехать или нет. Так или иначе, проблема оказалась. Дорога? Пока что задержек рейса нету. Мы очень этому рады. Надеемся, вылетим, прилетим домой и начнем лечиться как следует от этого, что мы тут схватили. Какие-то очень агрессивные инфекции здесь, вирусы, не проходящие волнами. Кто проходит, то возвращается. Никакого покоя. Ни днем, ни ночью. Очень тяжело. Так, после всех контролей мы прибыли. Дьюти-фри индийский, который выглядит как любой дьюти-фри в любом нормальном городе, за исключением того, что творится снаружи. А снаружи полный ужас и кошмар. Тут у нас шоколад, такой же, как и везде. Всякие сладости индийские, сладости обычные. Все, что угодно. Шали, чай, естественно, косметика, кремы. Шоколад, как у нас, в принципе, одно и то же. Вот чашечка нам нравится. Вот слоны деревянные, слоны такие красивые слоны. Но не дешевые. Тут все duty free, цены как везде, в нормальных аэропортах, не как на базарах. Да все красиво очень. И тут тоже атакуют назойливые продавцы. Просто подойти посмотреть нереально. Орешки. Так, орешки мы возьмем. А цены тут, я вам скажу, вообще не маленькие. Вообще никак. В общем, тут ловить нечего. Пойдемте дальше. Нам интересны сигары. Хотим их найти. Там дальше духи. Это сувенирный тоже. Сувениры, чай. Так, у нас тут алкоголь. Кстати, ром. Это ром, мы его пробовали в Индии. Он очень вкусный. Мы купили, но аналог. Джонни Уокер. Музычка такая веселая, прыгающая. Мы идем на свой выход. И нам гид сказал, что походу будет голова огромная. Вот эта голова огромная. Какого-то бога, очевидно. Тут есть аннотации, которые у нас нет времени читать, потому что посадка уже скоро. К счастью, нет задержек. Мы купили, успели накупить целый пакет всякой всячины. Мы подлетаем к дому. Вот. Все темно, конечно. Некоторые люди вот прям перед самой посадкой смотрят кино. Мы так ждем этой посадки. Такая долгожданная. Самая долгожданная за всю историю. Мы только что приземлились. Так рады быть дома. Мы выходим из самолета наконец-то. И картинку Раджи. Вот картинка Раджи тут. Я надеюсь, что мы ее больше никогда не увидим. Ну, если не никогда, то в каких-то более приятных обстоятельствах, конечно. Вот и закончилось наше путешествие в Индию, которое было неоднозначным. Не таким кайфовым, как все остальные. К сожалению. Ну, такое получилось, как есть. Мы вернулись благополучно домой. Это плюс. Цены в Индии — это тоже плюс. Все остальное, к сожалению, очень много минусов. До Швейцарии и Индии очень далеко. Хотелось бы как-то улучшить положение, но, видимо, не получится. В ближайшие лет 100.
Увидимся в следующем путешествии куда-нибудь.